чуть-чуть. Лето пришло. Нежданно, негаданно. Прям даже душно. Поеду малого заберу из садика. А то, наверное, заскучал он там уже. Жара Италия. Солнечная погодка. Там даже жарко солнечно. Сейчас весело скакать будет. На радости. Давай, карапуз, рассказывай. Что? Все рассказывай. Что? Ну, что-нибудь. Что у тебя интересного было? Ничего нету? Да. Как так? Не знаю. А когда проснусь, куда пойду? Наверное, в школу. Ой. А что такое? Ничего. Что, ты в школу не хочешь? Ну, хочу. Хочешь в школу? Да. Что ты будешь в школе делать? Учиться. Чему? Чему? Не знаю. А кто знает? Мама. Вот мама все знает, да? Да. У нас мама знает все. Все и обо всех, и обо всем. Да? Да. Держишь? Да. Хорошо. Можешь себя поснимать пока. Она что, крутится? Нет, она старает не крутиться, наоборот. Она у меня что-то крутится. Так она, наоборот, старается держаться в одном месте. В одном месте? Да, что бы ты ни делала, она пытается остаться в одном месте. И снимать тебя. Да? Да, тут ты пониже ее опустишь, чтобы она на тебя попадала. Что? Попадает на тебя? Да. Теперь тебя снимает? Да, наверное. Она даже низко, наверное. Это может выше поднять. Давай. Да. Вот так. Да? Да, сейчас она тебя снимает. Меня? Тебя? Только ты громче говори, у тебя вообще не слышно. Не слышно? Вообще нет. А почему вообще нет? Ну потому что ты мямлишь. Нет. Ты мямля. Нет. Ты не мямля? Нет. А кто ты? Кто? Человек-паук. Ты человек-паук мямля? Нет. Как нет? Такие не бывают. Почему это? А потому. А какие бывают? Обычные. Обычные это какие? Такие обычные человеки-пауки. Да ты что? Еще есть другие человеки-пауки. Костюмы еще есть другие. Еще костюмы есть человеков-пауков? Да. А ты какой? А я тоже человек-паук. Только без костюма, да? Да. Угу. Надо мне купить человека-паука костюм. Зачем он тебе? Ну просто. Ну что, ты будешь по деревьям лазить? Да. Зачем? Еще то... паутину пускать. Паутину пускать? Куда ты будешь паутину пускать? Куда-куда? Куда-куда? Ну, куда. Никуда? Ну, куда-куда. На тучу. Да? Ничего себе у тебя планы, как у Наполеона. Так, 8 с копейками. В такую несусветную рань, в субботу, в выходной день, я еду к своим кумовьям, везу их на дачу. Чего же мне спится? Зачем там что-то сажать? Вот, черти. Вы Федя, вот еще более веселая Оля, но она сейчас, наверное, тужится, поэтому улыбается. До этого она грустная была. И самый нормальный человек. Ну вот я попадаю, это я и крестник, все.